Всем привет! Сегодня готовлю пирожки из лаваша с картошкой. Кроме картошки, там есть еще другие ингредиенты. Пирожки делаются достаточно быстро, получаются очень-очень вкусными и сытными, и достаточно много. Оставайтесь со мной и начнем готовить пирожки из лаваша с начинкой. Для начала ставим вариться картошку. Здесь у меня 5 небольших штук, разрезанных пополам. Одну луковицу мелко порезала и обжариваю ее на сковородке до золотистого цвета. Картошку разминаем толкатчиком. Получается такое пюре, но без добавления воды либо молока. Просто разминаем ее. Так, картошку размяли. Сюда же добавляем обжаренный лук и перемешиваем все это с картошкой. И это получится часть начинки. Перемешиваем картошку с луком. Дальше у меня здесь колбаса грамм 250, я вот соломкой порезала и сейчас слегка обжарю на сковородке. Начинка готова, картошка с луком, колбаса обжаренная и сыр порезала такими кусочками, где-то грамм 70 у меня здесь. Теперь беру лаваш, у меня вот таких вот листа 3 штуки. Разрезаем его на части. И вот этот кусочек еще на 3 части. И так поступаем с остальными частями. Разрезаем, чтобы получились вот такие вот кусочки. Получилось вот таких вот 18 частей. Берем теперь, раскладываем картошку по всей поверхности, по всему лавашу. Стараемся равномерно. Дальше колбаску сюда раскладываем. Ну, попробуем по 3 штучки положить. И кусочек сыра. И вот так вот заворачиваем все. И получается такой пирожочек у нас. Все, и также поступаем с остальными. Пирожки сформированы, сейчас будем их обжаривать. Наливаем в сковородку растительное масло и обжариваем наши пирожки. Кладем их швом вниз. Значит, обжарили с одной стороны до золотистой корочки, переворачиваем и также обжариваем со второй стороны тоже до румяности. Вот такие классные пирожки получаются. Поверьте, они очень-очень вкусные. Рекомендую вам их приготовить. Их получается достаточно много, как вы видите. Еще не все сюда уместились. Всем приятного аппетита!